Поздравляем вас с днем города. Как вы провели день сегодня? Рассказывайте, круто было? Мы тут немножко застали уже вашу прекрасную пенную вечеринку. Ну что, продолжим отрываться, чтобы окончание вечера было просто космическим. Вы знаете, друзья, следующая наша песня особенно нравится нашим слушателям. Поэтому мы хотим, чтобы вы ее спели вместе с нами и договорились. Мы поем две души, а вы поете два огня, поняли? Все очень просто, поехали! Если в глаза ты посмотришь мне сейчас, значит поймешь все, как будто первый раз. Ты шумка. Классные, вот такие громкие, нам это очень-очень нравится.
мы на самом деле с девочками постоянно в каком-то, знаете, творческом движе. И недавно мы выпустили новый альбом, он называется «Большие девочки». Эту песню мы вам споем, но чуть позже. Сейчас пойдет речь о песне «Пятница». Лен, расскажешь о «Пятнице»? Ну, я могу открыть маленький-маленький секрет, да? Эта песня совсем скоро будет звучать на русском радио, друзья. Если вы хотите нас поддержать, да, а мы думаем, что вы хотите нас поддержать, то там есть такая рубрика «Стол заказов», поэтому заказывайте эту песню вашей бабушке, маме, в общем, всем своим друзьям. Можно мужу, можно друзьям, любовникам, врагам, в общем, кому угодно, друзья. Главное, заказывайте. Песня «Пятница». Запоминайте сразу текст, потому что песня точно скоро станет хитом. Хочу тебя попросить, чтобы ты вызвал такси. Я уеду в пятницу на встречу. Если что-то нам нужно, родитель спросит маршрут, а я ему отвечу: добрый вечер. А у меня сегодня пятница, и снова буду я красавица. Куда с подругой пойду домой, во сколько попаду, одно меня касается. А у меня сегодня пятница. Девочки тоже плачут, довольно плачут.
рядом, но я выживу одна. Лабиринты памяти, игра теней. Мы теперь найдем друг друга только в лете новостей. Мир напополам, фото в инстаграм. Ни к чему слова, ты все знаешь сам. Душу нам дожить, я продолжу жить. А ты удалишь в сети меня лишь, но не забудешь и не простишь. Наши девочки тоже плачу. Втроем. Она, ее муж и их маленький сыночек. И с тех пор эта песня имеет огромное значение для нас. И надеемся, что вы тоже разделите эту любовь с нами сейчас. Bye.
темные времена. Где твоя ручка, ладошка? А у нас, знаешь, у нас есть какая-то невероятная пауза. В общем, друзья, сейчас будет невероятный отрыв, поэтому поем и танцуем все вместе! Ну что, готовы зажигать вместе с нами? Я вижу по глазам, готовы? Конечно, узнали, Вика, ну ты что? Такие глаза все понимающие. Yeah.
песню. Одна девчонка в 16 лет поверила в счастье, которого нет. А кто она, как ее зовут? Вы догадайтесь сами. И вот однажды с улыбкой злой ее избранник, ее герой, сказал спокойно: давай с тобой, мы будем просто друзьями. Синие лебеди, светлые сны, гордые птицы волшебной весны. Вы обманули меня, улетели за дальние дали. Синие лебеди, где же вы? Тени открылись на синей воде. Выше глубоко беды уберечь не обещали. Зеленоградский, вы бесконечно горячие, пошумим! Сейчас это любимый мой трек детства. Лен, пожалуйста, для меня споешь? Для меня и все. И для всех. Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный пряник рова. Поцеловала. Как вы круто поете! А теперь наш новый трек «Выстрел». Это даже не новый трек, это премьера трека, которого еще нигде нет. Перекрестка сказал мне так просто.
просто давай все серьезно, на этот раз поздно. Большое за ваш теплый прием.